Ребятки, если на вашем телефоне очень слабый процессор, то ваш телефон, соответственно, будет очень тормозить и медленно работать. Но я хочу вам показать, как это все можно ускорить и сделать, чтобы ваш телефон работал как новенький. Для этого нужно зайти в настройки на своем телефоне, спуститься вниз до такого пункта, который называется «Уведомления» и «Центр». Сейчас, минуточку, очень много настроек, уведомление, центр управления. Дальше найти такой пункт стиль центра управления. И здесь у нас по умолчанию стоит новая версия шторки, да? Нужно поставить центр управления старую версию. После у вас вот эта вот шторочка будет старая, но тем не менее телефон будет от этого работать намного быстрее. Пользуйтесь. Ну а всех приглашаю, кто любит вот такие вот Android ништяки, на вот этот вот YouTube канал, где каждый день снимаю для вас качественный и полезный контент о Android настроечках. Пользуйтесь.